Авария на Минской кольцевой в районе Малиновки на пересечении МКАД и улицы Космонавтов. Грузовик с газировкой снес трактор. Водитель последнего госпитализирован. Предварительно машины столкнулись из-за несоблюдения дистанции. В итоге часть груза оказалась на проезжей части. Это около 400 бутылок с напитком. Пострадавший у нас в ДТП – это водитель трактора. На место ДТП прибывала бригада скорой медицинской помощи. Забрали его в БСМП. Пока что по предварительной информации у него рассечение носа и легкие телесные повреждения. Из-за оформления ДТП пробка на кольцевой растянулась на несколько километров. Были перекрыты две полосы, и это в час пик, когда большинство водителей выезжает на работу. По информации портала Яндекс, пробки на момент происшествия достигали 9 баллов. Сейчас ситуация в Минске спокойная. 3 балла. Непростые погодные условия повлияли на сложный трафик в городе. Было множество мелких ДТП. Сложная дорожная ситуация и в регионах страны. В Гродно, где на днях был побит температурный рекорд по теплу, за прошедшие сутки выпала треть месячной нормы. Сегодня в стране также идут сильные дожди. Но уже завтра погода улучшится, ожидаются небольшие осадки и будет тепло до плюс 14.